What the fuck? Воу, нифига подлетело. Воу! А, ряд падает, о нет. Раз, два, три. Воу, вот это красотища, да. Вот это да. Pound of grass a week and no job don't add up to achievement in my book. Да. Всем привет, с вами Axie Genium, и сегодня мы с вами будем играть в GTA 5, не онлайн. Так как мы сегодня будем играть с модами, и сегодня я запланировал сделать одну такую штуку довольно крутющую. Мы сегодня будем взрывать 100 автомобилей, 100 гиперкаров GTA 5, не онлайн, опять же, так как боюсь бана. Давайте-ка телепортируемся куда-нибудь, какое-нибудь место, где есть много места, блин, тавтология, конечно. Ну, в общем, на какую-нибудь большую площадь нам нужно найти что-то такое. Давайте, Landmarks. Ну, допустим, Far North San Andreas. Я вообще фиг знает, где это. И мы оказались на каком-то холме. Блин, я еще снег включил, не знаю зачем. Jet Sam, здесь что? А, довольно хорошая площадь. Давайте здесь останемся, посмотрим, что да как. И теперь надо заспаунить автомобили. Spooner Mode. А, что происходит? Мне кажется, или мы сейчас будем проваливаться под землю? Нет, с нами все в порядке. И теперь давайте занадим Spooner Mode. И будем спаунить наши автомобили. Суперкар X80 Proto. Отодвинемся давайте-ка немножечко. Блин, рядом с Майклом спауним. Сейчас я его передвину чуть-чуть. Мне надо Майкла взять. Вот так. Ой. Блин, я Майкла задавил. О, это просто прикол. Блин, с джойстика, конечно, непривычно, но на самом деле с джойстика, я думаю, будет удобней. Казалось, нифига. Да ладно. Я сделаю, так сказать, тестовый запуск. Сейчас на спауне максимальное количество автомобилей, которое позволяет мод. И мы все это с вами сейчас взорвем. Только, блин, Майкл под всей этой горой. Под всей этой кучей. Это будет угарно, по-моему. Давайте-ка выйдем из спунера. Так, спунер мод. А, нет. По-моему, что-то уже горит. Давайте-ка выйдем отсюда. Чё-то мне это не нравится. Там уже что-то подгорает. О, ну куча большая. Хоть здесь и не 100 автомобилей, а максимум 64, к сожалению, можно в этом моде заспаунить. Но это все равно очень круто. Давайте взорвем, так сказать, пробный запуск. Правда, не ракеты. Ну да ладно. Так, weapon options. Даем всю оружку и... максимально патронов. Все, у нас все есть. Так, давайте-ка выберем РПГ. Вот она, РПГшечка. И давайте на раз, два, три. О, как фейсик проседает. Ну, так-то найсовский, найсовский. Круто. Здесь просто очень много автомобилей, очень много всего, поэтому FPS довольно-таки такой уровень пастгена, можно сказать. Ладно, сейчас давайте сделаем все по красоте, все выстроим как надо, чтобы, не знаю, было очень красиво. Перейдем куда-нибудь. Так, мне надо было еще сделать игнор копам, чтобы копы за нами не гонялись, не преследовали нас. А, у нас и так это стоит. Окей. Получится у нас вообще заспаунить машины? Так как максимальное число уже заспаунено, я боюсь, что ничего не получится. И придется Нет, заспаунились. А, только одна. Так, давайте перейдем в спунер теперь. X80 Proto. Нет, к сожалению, не спавнится. Придется перезапускать игру. А точнее, перезагружать сохранение. О, removal. Delete all markers. А, вот, все удалить. Окей, все. Все готово. А, вот он, Майкл. Я уже испугался, я и Майкла удалил. Теперь давайте заспавним снова автомобилей. Побольше. Ну, хотя... насколько это максимально возможно. Вот она, наша X80 Proto. И теперь давайте как-нибудь камеру сделаем поудобнее. Теперь, опа. Опа. Сделаю ряд в 5 машин. И вот 2, 3, так вот. Окей. Фух, сейчас это будет довольно сложно выстроить. А, я машину в машину заспал? Нет, 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 все нормально. Так, окей. Первый ряд готов. Здесь у нас должно быть 15 машин. Теперь давайте второй ряд поверх. Будет 30 машин.
получится, блин, 4 ряда таких, это круто. Если все аккуратно сейчас сделать, это будет довольно найсовски. Так, опачки, опачки. Нормально получается, не знаю, мне нравилось. И... Так, здесь у нас уже 30 машин. Раз. А-а-а, ряд падает, о нет. Три. Ладно, распалось, не удалось по красоте все сделать. Блин, да не падайте вы, а. Видите, они глючат, физика начинает подглючивать. Три. Да не падайте вы. А-а-а, блин, все на смарку, вот реально. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Я вообще хотел заспаунить 100 машин и взорвать их, и, а потом вообще 1000, но, к сожалению, мод это не поддерживает. 2, 3. Ладно, уже все распалось. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И... 1, 2, 3, 4, 5. Ладно. Допустим, вот так. Здесь у нас... Ну, давайте, осталось 2 машины до максимума. Но, опять же, вышло все некрасиво, все криво. К сожалению. Ну, они распались, я в этом не виноват вообще, блин. Печально, что они распались, но так получилось. Теперь давайте на раз, два, три, а, стойте. Начать запись. На раз, два, три взрываю. Раз, два, три. Оооо, вот это красотища, да. Вот это да. Ну, блин, FPS проседает нехило, нехило. 15 FPS сейчас. Блин, вот интересно, а сейчас, блин, далеко разлетелись они? Не, ну это прикольно, прикольно получилось. Не знаю почему, но я поставил снежную погоду. Вот бывает такая фигня, летом хочется зимы, а зимой лето. Майкл, что ты делаешь? О, это уморительно. И теперь нужно, ну не знаю, давайте заново все очистим и телепортируемся. Все, удаляем все. Все отличненько, все удалили. Так, все очистили. Теперь мы можем заново спаунить новые тачки. И я думаю, все-таки может быть лето, включить летнюю погоду. Сейчас, так. Я просто проверял, на что этот мод способен. Ну и он способен даже включить снег, это довольно круто. О, в один клик меняем время года, это просто обалденно. Ага, теперь давайте телепортнемся куда-нибудь... Еще где большая-большая площадь есть. Пирс Дель Перо, нет, там фигня. Давайте-ка здесь посмотрим, что тут есть. Сейчас выбежим на более открытую местность. И, не знаю, проделать все то же самое, что мы делали до этого. Взрывать кучу автомобилей. Что если их спаунить просто друг на друга? Правда, по-моему, все это быстро распадется. Но давайте попробуем. Спунер Молд, Спаун Энтити, X80 Proto. Распадаются, нет? О, нет, друг на друге становятся. А, они падают, блин. Пизанская башня упала все, к сожалению. Но это могло бы быть очень эпично, но нет. Нет. И теперь давайте взорвем всю эту хренотень. Но здесь автомобили поменьше, поэтому менее эпично получится. Да хотя нет, не сказал бы, что менее эпично. Давайте телепортнемся куда-нибудь. А нет, сначала очистить объект спунер опять. Все, что есть. А, сзади убралось, да? Вся эта куча автомобилей взорвана. Да, все, пропало. И теперь давайте телепортнемся в какое-нибудь место. Лагерь альтруистов. А, нет, это была плохая идея. А это что такое? Train Bridge. Воу. Нифига себе. Не кажется ли... О, поезд едет, поезд едет. Стоп, а где... Где Майкл? Верните Майкла. Так. О, боже мой, что мы творим? Это какая-то наркомания, вот, ей-богу. Ладно, давайте выйдем из спунер мода. О, как подпрыгивает, вы гляньте. Физика глючит, глюкает не по-детски просто. Воу, нифига подлетело. Воу.
Ё-моё, что мы творим? Что мы творим просто? Блин. И на этой позитивной ноте, я думаю, пора заканчивать наш ролик. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока!